рассказать о наших новинках. Первая новинка, которую мы представляем на нашем стенде, это NVR, IP-видеорегистратор видеоглаз собственной разработки. У него есть сертификаты соответствия, у него есть расширенный ряд с дисковыми массивами в комплекте. Вот, он из себя представляет готовое решение с предустановленным программным обеспечением. Выглядит он в таком компактном, красивом корпусе, который можно устанавливать в любое там место на объекте, занимает мало места. К нему подключается монитор, любой монитор по DVI, по VGA и по HDMI интерфейсу. И он передает локальную сеть. Значит, поддерживает более 500 IP-устройств различных производителей, в том числе ANVIF, в том числе PSIA. Соответственно, построен он на базе программного обеспечения Axon Smart Start. До 2 терабайт архив бесплатный, а увеличение архива уже платная опция. Значит, здесь у нас представлена большая линейка IP-камер. Значит, начнем с камеры, например, Arlo 4500. Это камера 5-мегапиксельная. Выглядит она следующим образом. Это уличная видеокамера в таком буллете с кронштейном. Вот, позволяет добиться очень четкой картинки и работает до 40 градусов мороза. Также есть у Arlo камера 3510. Это миниатюрная камера в маленьком корпусе, металлическом. И она в том числе точно так же, как и предыдущие, 5 мегапикселей дает картинку качественную. Дальше есть камера Grandstream. Это камеры производителя китайского, который выпускает эти камеры не так давно. Вот, при этом эта камера поддерживает SIP-протоколы, поддерживает кучу разных опций, в том числе выходы тревожные и прочие вещи. То есть камера на 5-мегапиксельном сенсоре, картинка 2 мегапикселя Full HD. Вот, кроме этого, у нас представлены камеры Ultra Vision. Камера тоже очень качественное решение в буллете, уличный кожух с подсветкой там до 10 метров. Соответственно, эта камера используется в серьезных проектах для того, чтобы получить качественную картинку, и интересно было монтажником, инсталлятором эти камеры использовать на объектах. Вот, кроме этого, у нас здесь есть на стенде камеры Tricom, это камеры Wi-Fi, 3G камеры, обычные прикладные камеры уличные, которые позволяют удаленно с помощью моторизированного варифокального объектива настраивать резкость и фокусное расстояние. Ну и кроме этого у нас представлены камеры Hikvision, камеры Aimlabs, это отечественный разработчик. У них появилась новая уличная камера, которая позволяет смотреть картинку до минус 40 градусов при температуре. Вот. При этом у Streamlabs есть замечательное решение 15-дюймовое. Это IP-сервер, который позволяет оцифровывать одновременно 64 канала по локальной сети. Ну, естественно, все новинки мы не смогли представить на стенде, поэтому с остальными новинками можно познакомиться на сайте Видеоглаз.